Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Евгений Миронов в детстве столкнулся с серьезным заболеванием, из-за которого чуть не остался инвалидом. О своем недуге рассказал сам актер. В возрасте 6 лет у мальчика обнаружили туберкулез кости. Родители отправили будущую звезду в Евпаторию, где около года врачи лечили его грязью и ультрафиолетом. Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом, поделился Миронов. По словам актера, ему не просто было вдали от родителей, однако медикам все же удалось поставить мальчика на ноги. Артист вспомнил в интервью еще не позднёр, как счастлив он был, когда смог ходить самостоятельно, без костылей. Недавно сыгравший Мышкина в сериале «Идиот» Миронов впервые вышел в свет со своим 6-летним сыном. До этого о мальчике почти никто не знал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.